Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я родилась в Краснодаре, люблю этот город и хочу о нем рассказать. Сегодня о зеленом убранстве Краснодара, парках, скверах и их истории. Краснодар утопает в зелени. Городской сад, Екатерининский и Мариинский скверы, Чистяковская роща, бульвар на улице Красной. Зеленые зоны освежают, дарят тишину и прохладу. А еще дышат историей. Сохранились деревья-долгожители, которые росли в этих местах задолго до основания Екатеринодара. Природные леса дали название целым районам – Дубинке и Круглику. Парки и скверы – свидетели событий, навсегда изменивших общественную жизнь города. Наш проводник по зеленому Екатеринодару – Краснодару – сотрудник исторического музея Марина Шарапова. Начало маршрута в старейшем городском сквере. Мы с вами в Екатерининском скверике, который когда-то являлся частью крепостной площади. Где находилась Екатеринодарская крепость? Когда-то его называли еще атаманским, с появлением дворца наказного атамана Бабыча. Прошло время, казаки готовились к празднованию 200-летию кубанского казачьего войска. И было принято решение установить в нашем городе Екатеринодаре главный памятник – памятник императрице Екатерине. Проектом занимался Михаил Осипович Микешин. Подобные памятники открывались во многих городах Российской империи, которые были основаны императрицей Екатериной. С приходом советской власти скверик стал носить имя политического деятеля Якова Михайловича Свердлова, чей бюст и находился в центральной части сквера. Как только история Советского Союза ушла на второй план, скверику вернули его историческое название. Да и сам памятник по проекту Михаила Осиповича Микешина вновь украшает наш город. Екатерининский сквер появился уже в гражданском Екатеринодаре. Поначалу горожане не столько сажали, сколько рубили. К приходу казаков от Кубани к реке Карасун простирался пойменный лес Дубинка. Восточнее вдоль старой Кубани зеленел Панский кут. К северу – лес Круглик, на западе – Дубовый редут. Очень скоро природные леса были искоренены. Хаты приходилось строить уже не деревянные, а саманные и турлучные. Даже для первой войсковой церкви бревна пришлось завозить по Волге издалека. Садоводством екатеринодарцы увлеклись лишь к середине века. В 1848 году в городе появился первый рукотворный сад. Мы в самом старом парке нашего города. Когда-то казаки разбили здесь питомник, где выращивали редкие виды растений. Так они хотели разнообразить растительный мир нашего города. Прошло время, закончилась Кавказская война, и казаки открыли его для всеобщего посещения. Так начинается история войскового сада. Здесь не только выращивали редкие виды растений, но и прогуливались вечерами, устраивали приятные дружеские посиделки, работал летний театр, играла живая музыка. Но это был не только культурный центр. Если мы оглянемся назад и окунемся в древность, то можем увидеть, что когда-то на этой территории располагалось Миотское городище. Те холмы, которые до сих пор располагаются в нашем городском саду, напоминание об этом. Когда-то на возвышенности миоты строили свои хижины, чтобы их не подмывали внешние воды. Сегодня же на них установлены беседки, с которых виден весь парк. В городском саду екатеринодарцы отдыхали культурно. По аллеям ходили дамы с белыми зонтиками. В летнем театре звучал войсковой симфонический оркестр. С гастролями приезжал сам Федор Шаляпин. Иначе проводили досуг в Чистяковской роще. Это место веселых народных гуляний. Первое дерево здесь посадил городской голова Гавриил Чистяков. К озеленению подключились учителя и гимназисты. И уже через несколько лет роща стала любимым местом загородного отдыха. В начале 20 века екатеринодарцы приезжали сюда семьями. Расстилали скатерти, ставили самовары и водили хороводы до тех пор, пока не придет последний трамвай. Роща находилась очень далеко от центра города.
И чтобы гуляющие не пропустили транспорт, за полчаса их предупреждал колокол у входа. Хотя сегодня уже никто не пьет чай в густой траве, роща, как и 100 лет назад, полна гуляющих. С приходом советской власти Чистяковская роща была переименована в Первомайскую, Екатерининский сквер – в Свердловский. Городской сад стал парком имени Горького. Ростовский бульвар с обелиском в честь 200-летия Кубанского войска стал продолжением улицы Красной. Вместе с названиями искоренялась народная память о прошлом казачества и царской России. Мы с вами находимся в одном из самых старейших скверов нашего города. Он называется Мариинский. И не случайно, когда-то в городе Екатеринодаре был открыт Мариинский институт благородных девиц, где девушки получали лучшее образование в России. Надо отметить, что тогда каждая мечтала об этом, но не каждая могла поступить в это учебное заведение. И все-таки оно было открыто. Мариинский институт был открыт по всей Российской империи, в том числе и в городе Екатеринодаре, Марией Федоровной, которая способствовала развитию женского образования. Нужно отметить, что в советский период скверик, в котором мы сейчас находимся, назывался Октябрьский, но от названия улицы, которая сегодня сохранилась. На улицах и во дворах старого центра можно встретить отдельные старые деревья – платаны и дубы. Около 20 старожил причислены к ботаническим памятникам природы. Все они имеют красноречивые собственные имена – великан, высокий, долгожитель. Дуб черещатый или обыкновенный. Имя ему «Запорожец», и растет он во дворе жилого дома на улице Орджоникидзе. Это один из самых мощных и высоких дубов в Краснодаре. Его высота 28 метров, диаметр кроны 30. Обхват ствола 5 метров. Запорожцу около 300 лет. Он появился здесь на столетие раньше, чем казаки переселились на Кубань из Запорожья. Самый крупный платан в городе на улице Коммунаров. Окружность ствола 4,5 метра. Два самых известных дерева – платан и красавец и красный – растут у здания краевой администрации. Они относительно молоды, посажены в 1925 году, но успели стать свидетелями событий в сквере напротив. На плане города Екатеринодара были ярко выражены места, где должны располагаться торговые ряды, а где духовные центры. На этом месте когда-то располагался новоторгующий черкесский рынок, где черкесы предлагали всем желающим свои товары. В конце 19-го столетия был построен Белый войсковой собор, который носил имя благоверного князя Александра Невского. А наш сквер вошел в состав Соборной площади. Советский период не пощадил ни храма, который разобрали в 1932 году, ни саму площадь. За советский период сквер заметно преобразился. Появляется арка Героев труда и Героев Советского Союза, появляется и бюст Георгию Жукову, имя которого и по сей день носит самый центральный сквер города Краснодара. Сегодня многие зеленые зоны города считаются особо охраняемыми природными территориями. Помимо городского сада и Чистяковской рощи, это ботанический сад Кубанского государственного университета в Пашковском, парк «Солнечный остров», окруженный старицей реки Кубань, Верхний и Нижнепокровское озера и дендрарий Аграрного университета. В своем советском прошлом Краснодар прирастал новыми гектарами деревьев, кустарников и трав. Дендрарий Аграрного университета – вторая по площади зеленая зона Краснодара, уступает только Чистяковской роще. Почти 50 лет он существовал как ботанический сад, площадка для научных наблюдений. Место уникальное. Куда ни посмотришь, везде краснокнижные растения. Всего здесь собрано 1200 видов. В основном из Юго-Восточной Азии, где климат близок к кубанскому. В советском Краснодаре появился парк 30-летия октября. Озеленилась набережная Кубани. Ростовский бульвар удлинился на несколько километров. Теперь он часть улицы Красной, которая тянется от памятника Екатерины к кинотеатру «Аврора».
Улицы обрамляют каштаны и липы, их освежают фонтаны. Но память старых парков, скверов, деревьев долгожителей по-прежнему жива. Они помнят Екатеринодар войсковой, купеческий, советский и с радостью встречают нынешних горожан. Мы в сквере Дружбы. Когда-то до революции на этом месте располагался рынок, который называли Старым рынком. Сюда выносили свою выпечку жители города Екатеринодара. В то время был большой дефицит хлебобулочных изделий. Те пекарни, которые выпекали хлеб, не славились качеством. И люди несколько раз в неделю приезжали для того, чтобы купить хорошую выпечку сюда. В наши дни здесь расположился сквер Дружбы. Изначально это название пришло к нам в 50-е годы. В то же время появляется главный памятник сквера – памятник «Мальчик со слоном», который являлся подарком от наших индийских друзей, которые символизируют дружбу Советского Союза и Индии. Этот памятник и сегодня радует глаз жителей и гостей города, но уже после реставрации. Южному городу без зелени никак. Когда на солнце плюс 40, каждый спешит укрыться в прохладе деревьев. Впрочем, краснодарские парки хороши в любой сезон. Весной – цветущими клумбами, осенью – пестрой листвой. Даже дождливой кубанской зимой в этих тихих аллеях есть своя прелесть. Это была прогулка по краснодарским паркам и скверам. До встречи на наших экскурсионных маршрутах.